Всем салам алейкум, братва. Сегодня мы открываем 10 гифтбокс. Не помню. Так, ну на чем мы там остановились? А, мы сегодня открываем 10 гифткейсов. Ой, гифтбоксов 2023 года. Так. Карамбиль гол. Прикиньте, если он не выпадет в сегодняшнем ролике. Это будет вообще музыка для Бунни Лайфа, музыка для дачи, музыка для кайфа, кайфа. Так, открываем. Керридж Голд, Керридж Голд, Керридж Голд. Да, я их давно хочу, мужики, я их давно хочу. Вот эти тычки я давно хотел. Так, второй гифтбокс. Керридж Голд, Керридж Голд, Керридж Голд. Пацаны, короче, рассказываю. Скоро я, наверное, буду снимать видео, как за каждую я буду снимать ролик, покупая скины, с которых меня убьют, но играю в Stand-Knife. Мне кажется, я столько голды потрачу, ой-ой-ой. Это будет разорение, мне кажется. Так что мне нужно будет голдишечки подкопить. Я думаю, мне 90 косяков. Да? Мне кажется, нужно будет до 100 косяков дойти и все. А потом подведем итоги, сколько я голды потрачу за этот ролик, который выйдет. Так, хоть бы керридж голд, хоть бы керридж голд. Первый пролетел. Столько всяких приколдесов прилетело. Ну, блин. Пацаны, у нас осталось 5 гифткейсов. Мне может выпасть керридж голд. Может выпасть вот этот перс, агент. Могут выпасть перчи. Могут выпасть руки. Может выпасть кабар. Может выпасть скорпиончик. Короче, проверяем. Она выпадет. Так, один керридж гол полетел, второй. Да, блин. Так, подожди. На чем я остановился? Керридж голд, керридж голд. Керридж голд. Выпади, пожалуйста. Давай будем союзниками. Почти удалось договориться. Ну, керамбит голд. Ну вот, керамбит голд, ты мне брат или не брат? Что говоришь, брат? Тогда выпади мне. А то мне одного мало, я хочу второй. В общем, мужики, мне кажется, я не окупился. У меня еще 2 гифткейса. А давайте в этом видео я куплю. Давайте, если под этим видео наберется... 2 лайка, то я куплю AVM Treasure Hunter и обклею его дорогими наклейками. Договорились, мужичок? 2 лайка, и я покупаю AVM Treasure Hunter и обклеиваю его дорогими наклейками. А если вы наберете под этим видео целых 5 лайков, тогда же. Что можно будет замутить? Тогда я наклею на AVM Treasure Hunter 2 Gold Skull. А посмотрите, сколько Gold Skull стоит. Так, ну в принципе я все гифткейсы открыл. Сейчас посмотрим, сколько Gold Skull стоит. Gold Skull. 69 косарей голды. Наклейка Snow Queen 40 голды. Чтобы вы понимали.
Я наклею 2 голдкоина, если под этим видео наберется 5 лайков, я сказал. Если под этим видео наберется 7 лайков, то я наклею, то я наклею 4 голдкоина на Avid Treasure Hunter. Так что можете давать. Надо добить нам будет. Так. Надо будет нам добить этот. Нам надо будет добить мужичелосы там 7 лайков, чтоб я наклеил голдскулов. Ну, это если вы хотите. Добивайте 7 лайков, и я клею в весь Avid Treasure Hunter голдскулами. Что за тяги? Мои бучи тяги. Тяги. Они всегда на мне. А, и, кстати, мужичелосы, пишите в комментариях, какой мне скин купить на персонажа. Санту, Сноумена, Джаггернаута или агента Space Vision. Как думаете? Так, ну, а на этом наш ролик подходит к концу. Всем спасибо за просмотр данного видео. Всем пока.